Мы желаем всем добра, мы желаем всем здоровья, много энергии, чтобы самое важное и нужное в вашей жизни обязательно случилось, приключилось и пришло. Ну и, конечно же, всего самого позитивного, потому что, мне кажется, очень, очень этого не хватает. Да, вдохновение, новых открытий, позитива, счастья и, самое главное, здоровья, конечно. Мы и есть Дед Мороз и Снегурочка. Сегодня мы нарядились не просто так, потому что у нас самая классная, веселая, детская, забавная песня, которую, я уверен, знают все. Это моя любимая, если честно, я вечно ее пародировала. Расскажи, Снегурочка, где была? Расскажи, Камила, вылитая. Как дела? Ну, я, конечно, еще не дедушка, но как бы это добрый персонаж, который мне очень импонирует, поэтому я рад, что я стал Дедом Морозом на этот концерт. А я Снегурочкой, да. В этих костюмах вы пойдете отмечать Новый год или пойдете зарабатывать? Работать! Я буду праздновать с семьей, как обычно, в кругу любимых мне близких друзей. Людей. И как только мы отметим, сразу поедем отдыхать. А вы, Стас? Ну вот прекрасно. Новый год, он и есть семейный праздник домашний. Также планируем в кругу родных и близких. Это, наверное, один из немногих таких праздников, которые хочется провести на семье. Один из немногих. Потому что их на самом деле это не рождение, а Новый год от семейный. Я в Новый год работаю, а потом хочу провести как минимум неделю вот прям с ребенком безразлучно, извините за это слово, потому что, конечно, я по нему соскучилась. А ты? Александр. Я считаю, что Новый год должен быть в снегах и в холоде, а после уже можно ехать в теплые страны. Вы знаете, нет реально, нет более отрадного места, чем дом. Ну, правда. Ты уезжаешь на недельку, все равно возвращаешься к себе, домой. То, где мы сейчас, дома. И поэтому восстановление, каким бы оно, конечно, нужным, солнечным, песочным, морским ни было, лучше всего ты восстанавливаешься дома, в кругу семьи, в кругу близких людей, на своей земле, на которой ты стоишь. И для нас это, ну, как бы панацея существования правильного. Поэтому, ну, может быть, куда-нибудь уедем отдыхать, а может нет. Папе надо работать. 5 числа уже жара. В Дубае мы там выступаем, как раз поем. А отдыхать когда? Ну, пока работа. Не, ну я потом приезжаю опять на работу в Москве. Меня можно будет послушать перед Новым годом на ВДНХ, открытая площадка. Будем играть с музыкантами. Будет задорно. Классная программа. Приходите. Новый год для семьи, для работы. Ну, почему? По-разному бывает. Часто провожу время с семьей иногда и работаю. А потом у артистов коллектив – это всегда семья. Ну, пусть вторая, но это всегда семья, потому что мы друг друга видим в самые порой неподходящие моменты, ранним утром, когда вылеты, поздней ночью, переодеваясь в гримерках. Поэтому... После множества бессонных ночей. Да. Этому чеку я обязана возвращением повторным через 17 или 15 лет песни «Ориентация Север» в чарты. И благодаря именно этому молодому чеку песня в чартах плотно в лидерах. Поэтому вот просто хочу, чтобы вы еще его о чем-то спросили, и сразу говорю, не приписывайте мне любовников. Нет, это тоже мой младший бро. Артисты, они работают, им важно видеть какой-то фидбэк. Мы стараемся, репетируем, записываем песни, наряжаемся. Бывают в зале такие чуть лица кисловатые. Вот, сегодня классная публика, встали, поддерживали, после мы спели акапельно с Каролиной, классный фидбэк из зала, поэтому круто. В январе поеду отдыхать. Ну, во-первых, семью навестить, во-вторых, просто привести себя в порядок. 10 дней спа, которые мне нужны, после которых я себя чувствую, как после тренажерного зала. А до этого пока даже мыслей нет про отдых. Единственное, не поется новый трек, потому что горло уставшее. И это как раз про отработанности за этот год. Когда горло не поет, зашла в студию, 4 часа пела, вышла полная какашка. Очень интересный год. Во-первых, в этом году исполнилось 55 лет моей профессиональной жизни на сцене. То есть в 1968 году я получил трудовую книжку как певец. И в 1968 году я написал песню «Белый, белый, белый снег», которая до сих пор крутит везде. Во-вторых, я реализовал свой проект «Родники». То есть мы за год собрали примерно около 20 тысяч произведений авторов, композиторов, певцов, поэтов, песен, которые нужны сейчас.
песен, которая написана впрямую в поддержку нашим воинам, нашим героям, которые вот там бьются, отдают свою жизнь для того, чтобы мы могли вот так вот праздновать Новый год, вообще собираться на концерты. И это было, наверное, самое важное в этом году. У меня было два тура в этом году. Один тур назывался «Вперед, Россия!», и он плавно перешел в тур, который, значит, посвящен 55-летию Победы. Песня «Вперед, Россия!» рванула очень сильно, и на моих концертах прибавилось огромное количество молодежи, что меня очень радует. Причем от таких вот совершенно мелкоты такой, да? Это четвертое уже, наверное, поколение моих поклонников, до студентов, школьников. Вот эта песня как-то очень серьезно стала. Хотя, вот, знаете, видимо, ее время пришло, потому что написал ее 7 лет назад примерно. Ну и было много-много разных концертов, съемок, выступлений и так далее. Ольга Бузова постоянно вводит какие-то тренды. Вот последний тренд, который она вела, это носить шапки. Артем Качер, какой тренд ввел в этом году? Быть любящим отцом и семенином. К сожалению, в нашем шоу-бизнесе одни новости касательно, очень много, большая часть новостей, что кто-то развелся, кто-то расстался, кто-то сошел с ума. Вот. Кто сошел с ума? Я не буду говорить. Надо создавать семью, когда не нужно уже друг друга проверять, именно чувства. А вот с уверенностью идти как бы в ногу со временем, именно в отношениях, имею в виду, понимать, что бывают проблемы, бывают какие-то споры, но это все решаемо. И заводите детей, когда вы к этому реально готовы психологически. Потому что это для многих проверка, и не все ее проходят. О чем я сожалею, что все равно не хватило времени, наверное, да? А, и еще. У меня состоялся концерт с большим симфоническим оркестром. Это моя мечта была. Я смог спеть те песни из моих нескольких сот сочиненных песен, которые я практически не пел в своих сольных проектах, потому что они очень большие. Небольшой группы не это не сделаешь. И я думаю, что, не знаю, когда точно, может быть, новогодние праздники на России, на телеканале «Россия» покажут этот сольный концерт. Он был в Крокусе, на переполненном Крокусе, с симфоническим оркестром. Короче, я счастлив. У меня все. Какие эмоции, когда вы поете с симфоническим оркестром и когда просто выступаете? Вот кардинально чем отличается помимо? Боюсь больше, чем обычно, конечно. Представляете, озвучить все это, сделать, такая махина. У нас, правда, в Белгороде год назад такая была разведка боем. Мы сделали 6 песен. Меня пригласил на фестиваль, такой музыкальный фестиваль, Борислав Струлев, очень известный, талантливый виолончелист. Вот. И поэтому я уже знал, как это получится. Я поверил, что это можно сделать. Это был такой музыкально-поэтический, скорее даже, проект. Что о нем говорить? Лучше один раз посмотреть. Да. Отличается, конечно. Масштаб другой, понимаете, совсем другое. Звук другой. Почему вы раньше не делали за всю карьеру свою? Вы не хотели или вам не предлагали, или что? Дело в том, что это очень большие усилия, понимаете? Они неадекватно, как бы, вложенные средства, неадекватно отдачи финансовой. И очень много, хлопот. Что хотите получить на Новый год? Какой подарок? Ой, что-нибудь неожиданное, приятное. Можно даже просто душевную открытку от моей дочери. Я уже буду рыдать сидеть. Я на самом деле ничего себе не хочу. Я хочу, наоборот, для своих близких, друзей, родственников, в первую очередь, конечно, родителей. Я им весь год что-то дарю. Вот, поэтому я думаю, что эти подарки не заканчиваются, и что-то на Новый год еще придумаю. Но еще ничего не придумал. Это как раз и является сюрпризом для них. Так пусть осталось. Они себя сами заказывают, они знают сайты, где подарки, папа только. А супруги подарок? Супруга все получит. Я ничего не хочу. Я хочу, чтобы пусть будет не хуже, чем в этом году. Главное – здоровье. В моем возрасте надо просить здоровья на все, что ты так или иначе захочешь. А Гоше и молодому поколению я буду просить просто удовольствия от зрителя и большого количества зрителей, и их независимость от зрителя, что тоже очень важно. На себя экономить ни в коем случае нельзя, на близких нельзя, и на друзей нельзя. Вообще на жизнь нельзя, как показывает практика. Она очень быстро и неожиданно заканчивается, поэтому пока у тебя есть сегодняшний день, его нужно тратить в удовольствие, в том числе, тем более, деньги. Поэтому, конечно, большие траты, но это счастье. Подарки друг другу уже выбрали? Что вообще в планах подарить или пока не думали? Мы
за последние лет 16, которые вместе, ни разу не рассказывали, как, что дарим друг другу. Или сюрприз все время делают. Нет, дело не в этом, не даже друг другу, прессе я имею в виду, потому что, ну, мне кажется... Это... А у вас был день рождения недавно, что супруг подарил вам? Вот, то есть вы считаете, на 17-м году я сейчас начну вам рассказывать эти подробности? Что я тебе подарил? Все, спасибо, давайте, у нас уже очередь. Что я тебе подарил на день рождения? Ну, здрасте, приехали. А последний вопрос можно? Нет, все. Вы не помните? Алексей, может быть, вы расскажете? Серьезно, я забыл. Я тебе потом сейчас шепну. Да, Алексей. Ну ладно. Вы так и не сказали, кто кому написал и сказал, давайте, давай споем эту песню. Кстати, а кто тебе написал? Дед Мороз. На самом деле, тут не было какого-то такого, кто-то кому написал. Мы сначала изначально хотели сделать свои песни, но потом подумали... Микс своих песен. Но подумали, почему бы нам не сделать на новогодний концерт такую шикарную песню, которую, ну, я вот не видел в последнее время, чтобы кто-то ее прям пел, исполнял. Поэтому мы выбрали... Эта песня нас выбрала, потому что это шикарно. Мы такие молодые, Дед Мороз и Снегурочка. Почему бы нет? Это просто дикая энергия, бешеная энергия. Я в шоке, она меня так заряжает. Ну, реально, я когда услышал эту песню, она и зарядила, собственно, этот хит. Не знаю, она излучает энергию просто сумасшедшую. Он меня Марковной не называет, он меня попробовал назвать на «вы». Причем мы познакомились по переписке, но мы сейчас не про тюрьму, а мы по интернет-переписке. Я написала офигенный трек. Поздравляю. И, значит, Гоша мне ответил. Ничего, что я тебе Гоша, да? Конечно. В жизни Гоша. Открыла имя, да? Мне ответил на «вы». Я ему скинула свой телефон. Мы начали наговорами разговаривать. А потом начали созваниваться. Я говорю, Гоша, давай вот без этого, без тети Лолы. Ну, это не из-за разницы. Это из-за воспитания просто. А воспитание, да. Но, тем не менее, мы очень хорошо на «ты» существуем. И я рада, что у Гоши, у него сейчас готовится проект. Поэтому про меня уже много сказано. Чем мне про себя в 60 лет еще разговаривать? Вот молодое поколение, я хочу, чтобы у них была тоже платформа, и на них больше обращали внимание. А меньше звучало вот этого вот «старики», а когда же вы все сдохнете, отдайте дорогу молодым. Вот, вот молодые. И не, ну, конечно, слушайте, я считаю, что, во-первых, нельзя эту дорогу отобрать, ну, если говорить серьезно. Просто когда человек талантлив, иногда нужно лишний раз попробовать больше обращать внимание на талантливого человека, чтобы ему хоть чуть-чуть где-то было легче. Самое одно из ярких событий. Это дуэт со Стасом Михайловым на шоу «Битва поколений», кстати. И когда мне сказали, что я буду петь со Стасом, я была безумно поражена и волновалась. И мне кажется, что этот день съемочный был один из самых ярких 2023 года. Мы бы никогда не поняли, что песня должна появиться. Вот она получила вторую жизнь, хотя песне 20 лет. Благодаря ей, умница. Она дала другую жизнь, по-другому все прозвучало. И поверьте, она еще будет в этом... варианте жить очень долго. Вы были раньше знакомы? Люся, и как ты, вот когда встретила маэстро, волновалась, как и общалась? Безусловно, профессионал своего дела, очень-очень профессиональный, ответственный подход к тому, что делает, но при этом с душой, как настоящий телец, как настоящий музыкант. Мне везет, понимаете, мне везет на тельцов. И когда мы начали съемки шоу, я поняла в какой-то момент, что это не соревнование, это настолько классно и душевно, по-музыкальному, все вот это слияние душ произошло прямо на сцене у всех на глазах. И мы друг друга поддерживали, и друг другу подпевали, и классно проводили время. И я поняла, что вот это мой человек, самого первого прям вот дуэт мотора. А дуэт по-другому не получится, если не будет души, она правильные слова сказала. Если есть душа, тогда дуэт. Вы знаете, мы заберем с собой в следующий год план, который мы осуществили. Мы его заберем с собой для того, чтобы воплощать его в новом году. Быть счастливыми. Какие планы на 24-й год? Я буду из чарта не вылазить, стараться. Вот за пока это такой люблю, план. За это люблю молодежь, потому что у них есть та уверенность, которой никогда не было практически у моего поколения. Значит, я никогда не надеялась и не думала, и вообще не мыслила про чарты. И когда в 60 лет получилось так, что 4 трека находятся не просто в сотке, а и в лидерах, я альбом. Сказала, yes, и альбом, да, и я могу сказать, что я ничего не хочу, я хочу, чтобы пусть будет не хуже, чем в этом году. Вот, ну плюс, мне кажется, важно на самом деле уделять себе хотя бы 10-15 минут в день. То есть делать что-то, что тебе доставляет удовольствие, не знаю, спокойно посидеть, послушать какую-то хорошую музыку или там даже посмотреть одну серию сериала, потратить на это полчаса, да. И пить там вкусный кофе, но вот это вот будет время для тебя это, да. Восстанавливает. Конечно, очень. Умереть на сцене – это очень романтично и красиво, но не в нашем случае. Нет, это еще нужно умудриться.